Всем ассаламу алейкум, друзья! MMA.KZ вновь на связи. Прежде чем перейдем к основной теме, хочу сообщить, что по информации журналиста Майка Бона, бой Мэгни Рахмонов находится в разработке матчмейкеров американского промоушена. Напомню, ранее Рахмонов бросил вызов Нилу Мэгни по прозвищу «Гаитянская сенсация». Американец выразил готовность выйти с Рахмоновым, но при условии, если это имеет смысл для его восхождения в дивизионе. Американец изначально оказался равнодушным к идее драться с Рахмоновым, заявляя, что его интересуют только высокорейтинговые бойцы, но позже передумал и принял вызов, пишет источник. Ну что ж, будем ждать официального анонса. А теперь перейдем к основной теме. Вчера, внезапно, как гром среди ясного неба, в преддверии своего 5-го поединка в UFC, Хамзат Чимаев решил узнать, кто же такой Шавкат Рахмонов. Сделал он это, конечно же, в своей манере. Однако потом передумал, удалив данное сообщение. Такое отношение Чимаева разочаровал многих его болельщиков из Казахстана. Нам даже пришлось закрыть комментарий под предыдущим видео, дабы не начать очередную войну. Ответ от самого Шавката не заставил себя долго ждать. В интервью российскому журналисту Игорю Лазорину Номад заявил, что Борзу придется ответить за свои слова. Ссылку на полное интервью оставлю в описании. Приятного просмотра. Жду от вас, как всегда, лайк, комментарий и подписку на канал. А если вдруг среди вас окажутся те, кто хочет поддержать канал донатом, все реквизиты оставлю в первом закрепленном комментарии. Погнали! Слушай, видел ли ты, значит, эту историю? Она много где в СМИ, где-то день назад прошла. Значит, Хамзат Чимаев оскорбил Шавката Рахмонова. Ну, тебе наверняка кидали уже этот комментарий, который, я так понимаю, Хамзат удалил впоследствии. Но так или иначе, там было написано что-то типа «Это кто еще за чурбан?». Ну, я так понимаю, эмоционально Хамзат, ну я Хамзата знаю, я так понимаю, он эмоционально, значит, прокомментировал, потом то ли пожалел, то ли решил, что это ни к чему. Ты как отреагировал? Ну, я не знаю. Пускай, когда увидимся, он лицо скажет, а так-то в комментариях писать, деремся по теме. Как бы... Мы увидимся, тогда пообщаемся. Зачем он писал? Пускай действительно. А так, как я ему плохо не отношусь, мы просто в ринге соперники, а так, что могу сказать? Я его семью оскорблять, конечно, не буду. Или его народу, там, не знаю. Время покажет, мы подеремся, тогда будет ясно, кто из нас сильнее. А тебя цепануло? Или ты, ну, увидел и забыл? Как-то, не знаю, ну, что можешь сделать, там, хочет, ты будешь нервничать или что-то. Я просто на таких вещах, в принципе, голову не брать. Значит, я у Хамзата на голове, он нервничать начинает, когда про меня начинает узнавать. Вот. Ну, то есть он на самом деле знает про тебя, просто, ну, это такая реакция. Конечно, знает, как не знает, он знает, мы когда-нибудь по-любому встретимся. По-любому он ждет этого боя. Для него самый главный бой для не Бернс, не чемпионский со мной будет, я думаю. Интересно, интересно. Чья борьба лучше? Проверим. Чья борьба, чья техника, чей ум, чей, у кого характер, у кого выносливость. Посмотрим. Слушай, крутить, ты... что вам лучше, да. Посмотрим. Но ты не согласен. Конечно, согласен. Почему? Посмотрим, когда мы подеремся, тогда будет ясно, кто из нас сильнее. И там я хочу там порвать там туда-сюда. Время покажет. Время все на месте поставит. Слушай, а вообще есть какие-то вещи в этой жизни, которые способны тебя из себя вывести? Я просто не припомню, чтобы ты был каким-то агрессивным. Я вообще нигде такой истории не видел. Не, просто, в принципе, я спокойный, если, конечно, человек меня задевает или где-то там начинает что-то там, что-то хочет там на мою сторону. Там. Я очень сильный. Я, в принципе, агрессивный человек, очень спичивый. В принципе, я свою все как бы агрессию показываю на ринге. Там. Если когда деремся, вот тогда показываю. А так просто так агрессироваться, как-то кричать, это не нужно. Как женщина там, словесно там, я особо не люблю. Хочешь драться, дерись в клетке. Конечно, в принципе,
Мы можем на ринге подраться, можем на улице подраться, это без разницы. Если кто-то захочет, конечно, какие-то вопросы будут, мы то не будем, что на улице не сможем драться или что-то. Если надо будет, поймем, поберемся к нему. Все по-взрослому. Слушай, но вы как так или иначе, как два бойца достаточно медийных, популярных, ну, я думаю, что вы в состоянии решить все и без, как говорится, кипиша там, да? Если что-то у кого-то к кому-то есть. Ну, с Хамзатом я имею в виду. То есть, если вы встретитесь, условно, там не будет никакой драки сходу. Не, наверное, сходу не будет. Как это сходу? Может, не враги, в принципе, пока не нет. От него зависит, какая у меня реакция будет. Лично у меня реакция. Спросить, что он что сказал, подумать. Пускай ответит он со своими словами.